А помните, в советское время по четвергам был введен рыбный день, и в меню общепитов зачастую можно было встретить блюда из филе судака либо хека. И зачастую хек считается рыбой так себе и достаточно сухой. Но когда в ассортименте нашего магазина появились вот эти медальоны из хека, то разрушились все стереотипы, потому что они безумно вкусные, сочные, нежные. Их легко и быстро готовить. Экономьте время, покупайте рыбную кулинарию.